Добрый вечер. Столичные подробности готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным. В студии Ирина Ханони-Крамбальская. В плену высоты столичные сотрудники МЧС спасли пожилую женщину. Пенсионерка выбралась на карниз из окна собственной квартиры на 7-м этаже. Прохожие тут же сообщили о происшествии. Спасатели прибыли через несколько минут. Еще несколько ушло на то, чтобы снять женщину с карниза. На момент прибытия наших подразделений на козырьке 7-го этажа 9-этажного жилого дома находилась женщина, как впоследствии выяснилось, 1953 года рождения. Нашими работниками при помощи 50-метровой выдвижной автолестницы эта женщина была спасена. Пожар на мусорной свалке в районе Чижовки потушен. Напомним, ЧП произошло накануне. Местных жителей сполошили клубы дыма. Однако, по мнению специалистов, опасности для здоровья людей они не представляли. Сейчас спасатели локализовали пламя. На месте ЧП еще работает спецтехника, которая растаскивает мусор, чтобы он вновь не загорелся. Почему сегодня в центре Минска работали бензопилы, в каком формате трудятся столичные дорожники и на какой улице пополнился штат лежачих полицейских, знает наш дежурный по городу Татьяна Кибалка. Сабличане рубили лучшие лесорубы, столкнулись в виртуозной схватке. Пока настоящие асы, пилы и топора вступали в бой с лесными сокровищами, только щепки успевали лететь. Восемь профессиональных команд соревновались по олимпийской системе на выбывание. Упражнения, входящие в программу чемпионата мира, поддавались как молодежной сборной, так и совету старейшин, который составил начинающим профи жесткую конкуренцию. Настоящее зрелище в рамках эстафеты – укрощение бензопилы, отпиливание самого тонкого диска от бревна и предельная точность работы. Задание в том, что обрезать сучья нужно быстро, качественно. Вот. Эстафету пробежать то же самое. Все это нужно делать на максимальной скорости. Все нарушения все выясняются. Качество обрубки сучьев, обрезки, нормативы, которые допустимы. Чем больше, тем быстрее дорожники ставят эксперименты на столичных магистралях. Уложиться в сроки в два раза быстрее теперь мастерам поможет новый рабочий формат. Словом, бригады распределяются не по нескольким точкам одновременно, а координируются на одной. И в таком же составе приступают к новому объекту. Поднять ливневки, колодцы. Ну и соответствующие колодцы, которые есть тут по плану. Все к одному сошлось и на улице Гусовского. Здесь в ближайшие дни утрамбуют дорожное покрытие повышенной деформационной устойчивости, благоустроят тротуары, заменят бордюры и реставрируют кабельные сети. На службу заступили новый штаб лежачих полицейских, дисциплинируют водителей на улице Якуба Колоса. Теперь любители рискованных маневров вынуждены снижать скорость задолго до пешеходных переходов. Правда, пока коллектив ленивых постовых работает в полсилы. Частично смысловую нагрузку взяли на себя дорожные знаки. Но уже в ближайшие дни новые конструкции разметят ярким цветом. И к проезду с безопасными препятствиями водители будут готовы в любой момент. Для водителей тоже возможность сбавить заранее скорость. Вообще на этом переходе не мешало бы светофор поставить. Очень опасное движение. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.by, звоните по телефону горячей линии 1-600-700. И помните, нам важны подробности. Как оптимизировать работу и привлечь новых участников? Минская городская организация «Белая Русь» принимает отчеты районных подразделений. Сегодня такая конференция прошла в Московском районе. Остальные расскажут о проделанной работе до конца мая. Лучшие делегаты поделятся секретами успеха на городском съезде организации. Есть, так сказать, реальная возможность подвести итоги, что сделано за последние 2 года от последней конференции, какие трудности обозначились. Какие новые предложения могут быть сегодня сформулированы для развития объединения? То есть есть просто реальная возможность отчитаться и поставить задачи перед собой на будущее. Жаркая пора для школьников. Столичным выпускникам придется попотеть. С 1 по 12 июня пройдут выпускные экзамены. Кроме того, испытания придется пройти и поступающим в гимназии. Прием документов там начнется уже завтра, а экзамены стартуют 2 июня.
Одним из нововведений в этом году является то, что определяется один резервный день для того, чтобы ребята, которые по уважительной причине не смогли присутствовать на одном из учебных предметов, которые проводятся в вступительные испытания, могли его пересдать. То есть определенное количество, конечно, ребят у нас будет в этом году, которые, может быть, заболели. Но в обязательном порядке должна быть представлена медицинская справка или какой-то другой удостоверяющий документ, который говорит о уважительности отсутствия на вступительных испытаниях. Сезон удобных покупок. Палатки с мороженым, квасом и фруктами появятся в столице рядом с остановками общественного транспорта. Уже прошел аукцион на право заключать договоры аренды открытых площадок. Кроме того, для отдыхающих на пляжах Цинянского водохранилища будут работать торговые палатки со столиками. На аукцион, который мы провели 23 мая, было выставлено 25 площадок. Из них проданы 22 площадки. И очередной аукцион, на который будет выставлено 28 площадок, все для размещения объектов мелкорозничной торговли овощами, аукцион будет проведен 8 июня. Где нужны торговые палатки и что там нужно продавать? Мнение минчан по этому поводу мы узнали в сегодняшнем опросе. В принципе, палатки можно поставить там, где максимальное скопление идет молодежи, ну, население, скажем так, и где минимальное количество магазинов. Я считаю, что нужно разместить палатки с мороженым и квасом на выходах метро, таких как станция Купаловская и станция Пушкинская. На пляжах надо какие-то, может быть, палатки с квасом ставить или еще что-нибудь. А, возможно, на остановках действительно какие-то фрукты, овощи, ну, чисто сезонные такие вещи. То есть это должны быть какие-то остановки, где люди выходят, где им удобно это будет, ну, в прямом доступе. Удобно, само собой, но не в центре города. Честно говоря, я в этом не вижу большой необходимости, поскольку у нас, по-моему, достаточно рынков. Квас и мороженое можно продавать в парках и зонах отдыха. Палатки, думаю, вот сейчас будет летом, отдых. У нас есть Цинянское водохранилище, там на Ждановичах Минское море. Я думаю, что там можно и квас, и чего-нибудь попить, чего-нибудь там, каких-нибудь фруктов. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которой всегда рядом работала Ирина Хануни-Крамбальская. Всего доброго и до встречи!